Всем привет, друзья! Была ночью, просматривала на канале комментарии, кому еще надо ответить, и уже хотела ложиться отдыхать. Оставила только вкладку, где у меня комментарии просматриваю, не могла ответить на этот комментарий. Комментарий был такой, значит, вопрос. Во сколько лет зацветают гибридные эхинопсисы? И по той простой причине, что у меня клавиатура на немецком языке, а для того, чтобы ответить на вопрос, мне надо идти на русский транслит, там написать на русском языке, потом скопировать и ставить в комментарии ответ. Я уже не хотела, я очень устала, поэтому отвечаю сегодня в видео. Эхинопсисы гибридные в основном зацветают через 5-7 лет. Когда я покупала свои, я покупала их, сейчас покажу, вот такими вот, где-то вот такого размера. Вот, и ждала еще 2-3 года. И потом они начали по чуть-чуть цвести. Посмотрите, друзья, здесь набирает какой шикарный трихоцериус. И здесь они очень красиво цветут. Мы дождемся их цветения и будем радоваться вместе. Потом поступил еще вопрос, как называется вот эта мамилярия. На одном видео было, сейчас я вам достану, вот ее название, друзья. Вот так вот она называется. Эта мамилярия у меня довольно давно. И вот только недавно она пустила детку. Сейчас покажу вам цветение еще одной очень интересной мамилярии. Посмотрите, друзья, какая прелесть. Три головы у нее. Она привита на прививке. И вот ее название. Мамилярия Санчес Мейорадае. Привитая она у меня. Очень красавица. Цветет каждый год весной вот такими веночками. Потом еще у меня цветет сегодня мамилярия плюмоза розовая флора розовым цветком. Мамилярия плюмоза также бывает цветущая белыми цветами, тоже цветет или зимой, или вот так вот сейчас в начале весны. Скоро будет зацветать Хильдевентера аугореспина. Вот, все полностью в бутонах. Цветет она регулярно. Целое лето, весна, лето. И даже бывает осенью. Еще у меня будет зацветать вот тоже Хильдевентера. Обезьяний хвост. Такие вот шикарнейшие бутоны. Цветет тоже, начиная с весны, целое лето. Здесь уже тоже процвел один кактус. Я все еще не обрызгала растения и не поливала их, только эхинопсисы чуть-чуть, капельку буквально по ложечке. Потом я еще полила свои эхиноцериусы, потому что им все-таки надо это, полив ранний. Здесь у меня вот бутоны. Скоро раскроются турбиникарпусы. Уже довольно большие толстые бутоны. Вот здесь вот очень много. Так, набирает бутон денмоза. У меня две. Надо будет, когда зацветет, расскажу вам о этом удивительном кактусе. И вот здесь неопартерия клавата. Вот такие дела на сегодняшний день, друзья. Я желаю хорошего цветения вашим кактусам. Спасибо, что вы со мной. До свидания.